Министр обороны Германии Борис Писториус не видит ничего плохого в заходе сил обороны Украины на территорию России. Как сообщает Униан, речь идет о проведении различных операций по пресечению вторжения врага. Писториус считает, что в такой войне совершенно нормально, если подвергшийся нападению перемещается на вражескую территорию, например, блокирует пути снабжения. Комментарий Писториуса связан с тем, что в последнее время оккупанты жалуются на якобы военные операции сил обороны Украины в Брянской и Белгородской областях. Подтверждения этой информации нет. Также Борис Писториус прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО. Он заявил, что двери альянса немного приоткрылись, но сейчас не время, чтобы это решать. По мнению министра обороны Германии, вступление Украины в НАТО не будет быстрым процессом. Также он считает, что во время следующей встречи в формате «Рамштайн» вопрос о членстве Украины в альянсе или ЕС подниматься не будет.